Эта бабочка сейчас будет летать и приземляться на каждый цветочек. Посмотри, у них у всех разные лица. Кто-то удивленный, кто-то радостный, кто-то немножечко обеспокоенный. Но, тем не менее, бабочка сейчас будет целовать всех своим ротиком. А для того, чтобы это было видно, мы опустим... Ой, иди сюда. Опустим ручку. Только так, сделай мне опять ежик. Теперь все, заснул. Какой тебе цвет больше нравится? Красный. Красный, давай красный. Нектар собрали здесь. Полетели, полетели. И прямо поцеловали цветочек. Ну-ка. Красота какая! Привет! Вот он я. Ну-ка, садись. Вот, находи опору на ножки. Вот, молодец. Потом идет. Ну-ка, вспомни, кто был рядышком. Да. Молодец. А потом кто был? Эф. А тянут. Ой, пожалуйста, веди себя прилично. Потом был сегодня Э, Д, ну и опять будет С. Окей? С. Всем делать массаж подряд. Все, к массажу готовы. Сядь только ровненько. Вдохнули. Цэ. А кто поет вместе со мной? Я. Давай. Цэ. Ха. Вот так вот. Ха. Ух ты. Гэ. Пальчик не ломать. F, E, D, и к С. Попробовали и на зверях, и в кружочке. И давай мы попробуем сыграть эти нотки на клавишах. С. На подушечке и дышит ручка. Молодец. Ой. Ге. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Подавайся, подавайся, давай. Я не пойду. Вот. Ой, да, я тебя разве тут поднимала? Вот здесь? Подожди, подожди, давай мы определимся. А где у нас веревочка? Вот. Нет, ты же ее повесь. Вот, а теперь это. А теперь сюда. Подожди, я сейчас держу тебя, держу, держу, держу. Держу, 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 держу. И последняя нотка. Укладываем кисть. О, вот эту кисть. Привет, солнышку, говорим. Так. А теперь пальчиками закрываем вначале все мордочки. Вот тут закрыли, тут закрыли, тут закрыли. А теперь здесь. А, нет. Ага. Отпускай. Получается лучше всего вместе, да? Thank you.
ты у меня просто профессионал, только ножки еще крепенько-крепенько. Вот умничка. Спина, что нам говорит спина? Не хочу играть. О, устал я. Мне очень страшно. А так не знаю, что делать. А теперь скажи, покажи мне своей спиной, что я готов сейчас что-то очень замечательное. Держись ногами. Ага. Расскажем про лебедя с красивой, длинной, гибкой шеей, с таким вот легким крылом. Ну-ка, покажи мне крыло, где у нас, как мы можем слететь. Ой, ага, ровная спинка. А голова какая у лебедя? Ты хулиганишь? Угу. Угу. У меня не хулиганит. Ой, да. Вот и да. Круглая голова и клювик. Вот клювик меня очень интересует. Какой же у нас такой клювик, который со дна, вот прям вот оттуда, достает звуки. Это не так просто. Ну-ка, сядь ровненько, давай мы посмотрим по ноги. Он должен вздохнуть перед тем, как он погрузится в воду. И давай Ой! Ну, это он, по-моему, сделал так. С головой прям как будто бы ударился обо что-то. Он же погружается. И причем не сразу получается у него погрузиться. Ну-ка давай еще разок. Ну-ка еще раз. Вот я слышу вот такой звук. Слышишь? Давай. Вот. Опять взлетел. Погрузился. Знаешь, что мне нравится? Твой первый палец, который все время пытается клавиши здесь нащупать. Отлично. Сам. Превосходно. Спинка ровненькая. Ты знаешь, насколько у тебя стали лучше? И что, пальцы не ломаются? А ну-ка я попробую. Schauen wir, mehr crescendo jetzt und gut. So, crescendo, oh, gut. Thank you.
Теперь в телефоне мы загружаем, обычно в Play Store, нам надо найти QR-скена. Вот такой вот значок. Он бесплатный и замечательно работает. Вот мы сейчас нажимаем на QR-скена и видим здесь вот этот самый квадратик. Теперь этот квадратик наводим на... Опс! На этот... Желтый. На желтый или на зеленый, вот уже... Все глаши, она заглаш. Нет. Кто это самый быстрый, это средний, а это медленный темп. Окей? Okay? Сейчас я посмотрю, чтобы у меня громкость здесь достаточная была. Так. Ну и давай. Приготавливай руки свои. Стоп, еще. Noch einmal. Ja, viel besser. Und noch einmal. Okay.